Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Motorola Moto E6i. И сейчас я вам покажу, как изменить разрешение съемки видео на этом телефоне. Итак, заходим в приложение камера. Переходим в раздел видео. И нажимаем настройки. Здесь мы можем изменить разрешение съемки видео. Можем выбрать HD либо Full HD. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!